Ребята, привет, с вами Михаил Магуайр, мы находимся в Карачаеве, Чеченской Республике. С нами Дмитрий, Дима, привет. Привет, Михаил. Ну что, все-таки вы меня вытащили с моих соревнований в вот такое пейзажное красивое место. Расскажи, что сегодня у нас будет. Ну, сегодня у нас будет прокатный день, мы будем прокатывать новый маршрут. То есть пробивать с нуля. Пробивать новую трассу, да. Вообще мы организуем квадратуру по Кавказу. Это тур у нас сейчас «Живописный архыз» называется. Вот, находится между Архызским ущельем и Тибердинским. Проживаем в гостевом доме, организуем полностью все под ключ. С проживанием, с питанием, трансфер из аэропорта. Техника у нас вся BRP 15-го года. Ну, я смотрю, такая бодренькая. Вот, то есть чисто BRP и вот никакая другая марка. Только BRP. То есть уже устаканилась. Самая надежная, самая техника, которая не подводит. Уже пробовали. А обслуживаете где? Обслужим самостоятельно. У нас есть своя база, свой гараж. А, то есть у вас мат-база своя? Да, мы перед каждым туром проводим ТО, после каждого тура также проводим техническое обслуживание и восстанавливаем какие-то, если есть недочеты. Это сколько сейчас пробег примерно у техники, вот в среднем? Ну, в среднем, конечно, уже катаем второй год на ней, порядка где-то 5-8 тысяч. Ну, то что-то хорошее. Ну что, погнали на маршрут? Да, погнали, будем пробивать сегодня на Донбассе. Погнали. Расскажи, где мы находимся, куда мы поедем сейчас. Мы находимся в лесу. Это понятно. В каком лесу и где? Мы находимся в районе Хасаут Греческого. Пытаемся дополнительно найти дорогу на Тиберду. Вот, ищем сейчас, чтобы закольцевать маршрут. Вот, пробиваем дорогу в сторону Шаанинского храма. Дальше Синтинский храм и возвращаемся. Значит, будет очень много всего интересного. Да, сегодня неизвестный маршрут, половина пути, поэтому сегодня будет просто... Огонь. Экшн. Ладно, погнали дальше. Активно это называется дорога, да? То есть по-хорошему, то есть у нас на карте есть. Вот, ребята едут по Гурумат, я еду по Тунас, и у меня также в запасе Гурумат, только версия Pro. Так, у нас мы все выше, большие уже пошли подъемы, спуски, нашли дорогу, вот, поэтому немножечко стало проще. Вот так вот просто в горах игрушку. У меня вот, вот. Сзади глазами есть. Показал, наехал, все правильно. Вот еще. Просто груши, просто вот, ребята. Скинуть это и все. Ну, так-то да.
мы его вообще поднимем. А рычага никакого нету. Давайте катить ее все. И все, и поехали вот так. Ох, где-то пообламываем. Интересного. Сейчас красиво интересное будет наверху. Открывается главный Кавказский хребет. Вот на самой макушке на пике. Мы сейчас выходим туда, через 10 минут будем. О, тоже очень красиво. Здесь долина Зеленчукской станицы. Это предгорье такое еще. А самое главное, это вот через этот перевал будет. Там будут классные виды. Сейчас откроется. Эльбрус. А мы погнали дальше. Есть виды, от которых прохватывает дух. Закончилось наше 4-дневное, а у меня 5-дневное приключение на квадроциклах по горам Кавказа. Мы прошли больше, наверное, 400 километров, если так смотреть по навигатору. Посетили достаточно интересные, красивые места, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте на канал АТВ Тур 126 и Магуайра, конечно. И мы покажем все красивые природу путешествия по России.